Друзья, здравствуйте. Были ролики, где у меня там ученики, Соня, Рашид. На них было, скажем так, надето эти резинки, да. Хочу об этом немножко ответить на вопрос, был задан вопрос. В принципе, это обычные резинки, которые продаются разнообразные, имеются. Вот. Но мы сюда вот приспособили манжеты. Манжеты, которые как вот во всех фитнесах там где-то присутствуют, вот две ярко выраженные, как они называют, два кольца приделали и все. Вот. Что дает эта резина при использовании спортсменом, в данном случае боксером? Ну, в первую очередь, как она надевается, да, это на ногу, да, просто приматывается для удобства. И через крест-накрест, через спину, я надеваю ее на плечо. Вот я одну резину надел, видите, просто сразу, скажем так, от кольца пошла. А вторую резину я вам специально показываю, что можно ее регулировать немножко, чтобы было по высоте, то есть получается большее натяжение. Ну, что я сделал? Здесь провел снизу и точно так же надеваем. Также через спину и наискосок на второе плечо. Вот, посмотрите, пожалуйста. Естественно, что желательно, чтобы обе резинки у вас были одинаковы в натяжении. Но что оно вам дает? Эта резинка используется не для того, чтобы у тебя отягощение для ног было, еще что-то как бы. Ну, если это присутствует какое-то ощущение в ногах, но оно есть, резина тянет там, еще какое-то, но это вторично. Первично резина именно сзади, через вашу спину, крест-накрест, помогает вам почувствовать положение группировки. Положение группировки, положение спины без лордоса и кифоса, положение спины единой целым. То есть спина прямая и с опущенными плечами. Вот сейчас хоть я встаю на носки, мне стоять удобно, устойчиво. Чуть-чуть я сделал прогиб в поясничном отделе, и я чувствую, как меня резина начинает тянуть назад. При этом положении, естественно, что любое выталкивание вверх, вращение бедра вас несет назад вместо переноса, перевода, скажем так, вашей массы от ног через спину, через плечо из вертикального в горизонтально поступающее, то есть в направление противника. Вот для этого резина в данном случае в таком контексте и используется. То есть она как лакмусовая бумажка. Вы чувствуете, то есть резина помогает вам поймать это ощущение. То есть наработка группировки. Вот для этого резина используется. Так что спасибо за вопросы. До встречи. Пользуемся.